Здравствуйте, с вами Боди Кошелек. Мы находимся на стадионе Днестр. Сегодня у нас полуфинал Кубка Овидиополского района. Сегодня в полуфинале встречаются Овидиопольский Днестр и Петродолинское ФКП. Сегодня, как вы видите, ФКП вышли в новой форме. Сержант на ваших экранах. Нестеренко появился сегодня в составе. Видим мы сегодняшнюю бригаду арбитров. Видим и Полякова. Счет открыт. Днестр забил гол. Видим мы расстроен Некли. Днестр может забить второй гол. Это было опасно для ФКП. Что за сержант сегодня разделен? Тут же опасно. Николачук подает удар! Дает пас Макару! Макару ведь отвечал за свой удар! Некли подает. Удача! Макару удар! Молодец! Можно бить! Николачук с мячом! Можно бить! Удар по воротам! Красивое исполнение! Олег будет исполнять первый штрафной ФКП. Как обычно. Тут опасно для ФКП. Удар по воротам! Константин вытянул мяч. Сейчас удар по воротам! И тут! Это точка! Это точка! Наконец-то мучается. Да у него нога две, он двинулся. Михайлюк возле мяча будет исполнять пенальти. Свисток. Удар! Гол! Это повтор, пожалуйста! ФКП сравнивает счет. Счет на табло 1-1. Стас красавец. Видимо, Константина радуется Константин. Да, с мячом. Нет. Николачука. Николачук. А вот. Свисток. Удар. Гол! Это повтор, пожалуйста. ФКП сравнивает счет. Счет на табло 1-1. Стас красавец. Видимо, Константина радуется Константин. Михаил принимает мяч. Автор гола. Можно бить! Удар! Вот это моментище. Конец первого тайма. Михаил не выбирает скорость. Можно подавать. Не точно подал. Бес получает желтую карточку за симуляцию. 40-й номер ФКП готовится исполнить штрафной. Исполнение. Ебан! Команда Днестр забивает гол. На табло 2-1. Михайлюк принимает мяч под себя. Возле игроков. Сам! Удар по воротам! Опасно! Михайлюк, вот вы Михайлюк. Михайлюк дает Николачку обратно. Николачук штрафной. Можно бить! Нет! Нестеренко. Можно лево давать. Подача. Подача. Макаров удар по воротам! Последняя минута матча.
Левый с мячом. Дает Михалюку. Михалюк под себя. Дает Бернацкому. Бернацкий чуть протупил. Дает Михалюк. Михалюк дает подачу. Следует учить листок, и АФКП не увидит кубок. Всем до свидания, с вами был Бодя Кошелек.